Приветствую вас, друзья, с вами Дмитрий Афанасьев. Мы продолжаем изучать HTML и CSS для веб-разработчиков. И данный урок у нас будет посвящен функционалу загрузки страниц. Как загружать страницы без использования PHP, без использования серверных скриптов. Мы с вами будем использовать JS. Для чего вообще это нужно? Для того, чтобы обучение проходило чисто, красиво и комфортно, соответственно, у нас должен быть порядок. В первую очередь, порядок должен быть у вас на рабочих столах, где вы проходите обучение. И во вторую очередь, должен быть у нас порядок в нашем коде, чтобы все было красиво, все было ясно. Как этого добиться в данном случае? Смотрите. Каждый урок, каждый какой-то функционал мы будем помещать в различные файлы. Да? Например, урок по изучению ссылкам у нас будет в одном файле, урок по изучению заголовков у нас будет в другом файле. И чтобы красиво это у нас все располагалось, чтобы не было все свалено в одну кучу, мы, соответственно, организовали всю эту структуру папок вот, в нашем проекте. Итак, что у нас требуется? Что мы имеем? Давайте посмотрим, что мы имеем. Мы имеем на текущий момент каркас для нашего, так сказать, обучающего сайта. Из чего состоит данный каркас? Из заголовка начала, да, из футера и самого тела. Тело страницы. Соответственно, каждый урок, что-то новое, какая-то информация у нас должна будет располагаться в центральном блоке. Каким образом это сделать? Можно было бы копировать полностью данный файл для каждого урока и, соответственно, менять ему центр. Какие негативные стороны данного способа? У нас получилось бы, что у нас дублировалось бы в каждом файле вот эта вот шапка, дублировался бы футер. Если бы мы вдруг захотели что-то изменить, да, то, соответственно, нам потребовалось бы по всем файлам пройтись и изменить заголовок, добавить, предположим, еще какой-нибудь CSS или добавить JS. Это, согласитесь, крайне неудобно. Удобнее было бы использовать постоянным вот это. И постоянным футер, постоянным данные блоки, чтобы они у нас находились в одном месте, и, соответственно, мы могли пользоваться. А что у нас было бы переменным? Переменным у нас была бы та информация, которая у нас находилась бы в центральном блоке. То есть новый урок, вот здесь вот список уроков, кликаем по уроку, и, соответственно, вот здесь в центре у нас отображаются данные этого урока. Каким образом это мы сможем реализовать без использования PHP и серверных скриптов? Да очень просто, с помощью JS. И хотя данный проект HTML и CSS для веб-разработчика у нас как бы не предусматривает изучение JavaScript, но тем не менее мы все-таки JS затронем для того, чтобы организовать данный функционал. Если вдруг вам что-то непонятно из того, что я сказал, что мы сейчас будем реализовывать, не пугайтесь, ничего страшного. Когда мы это реализуем, вы посмотрите на результат, вы уже поймете до конца. Итак, давайте приступим. Что нам для этого требуется сделать? Для того, чтобы нам обеспечить функционал, гибкий функционал работы с JS, нам нужна библиотека jQuery. Скачать ее можно с сайта jQuery.com. Download, скачаем, создаем в нашей папке HTML CSS, в папке JS создаем файл, который мы только что скачали, либо помещаем таковым, какой он скачался, либо я вот задал свое имя jQuery 1.8.3, это последняя библиотека на текущий момент, последняя версия. И, соответственно, создаем файл main.js. В файле main.js мы уже опишем тот функционал, с помощью которого будем производить загрузку страниц. Итак, приступим. Давайте для начала создадим меню в левом столбце. Что для этого требуется? Переходим в index.html, переходим в наш left блок, убираем тестовый текст left блок и ставим следующий блок div с идентификатором main menu. В данном блоке у нас будет находиться само меню сайта.
Издревле повелось делать меню с помощью тега UL. Тег UL – это у нас маркированный список. Далее в нем идут теги LE. LE – это у нас элементы данного списка. В данном случае у нас один элемент в списке, и это элемент главной страницы. Здесь мы используем тег A, это у нас ссылка. Атрибут href указывает, какой файл мы будем подгружать. Так как это у нас ссылка для главной страницы, соответственно, мы будем подгружать индекс .html, главную страницу. Давайте сохранимся, посмотрим, что у нас получилось. Обновляем страничку, вот у нас появился блок. И, соответственно, появилась наша главная страничка. Если мы сюда кликнем, у нас страничка перезагрузится. Возвращаемся в блокнот. Теперь давайте создадим следующий элемент списка с темой следующего видеоурока. Тема следующего видеоурока – это заголовки. Точно так же создаем тег LE. Добавляем внутрь него, помещаем тег ссылочку A. Href, обратите внимание, ссылка на файл, который мы будем загружать. Решетка, восклицательный знак и имя файла. Решетка — это у нас значит якорь. То есть если ссылка у нас начинается с решетки, то соответственно страница у нас не перезагружается, а обработка идет внутри текущей страницы без перезагрузки, и мы прыгаем на якорь. По якорям у нас будет отдельный урок, но рекомендую вам почитать, что такое якорь и в частности, что такое использование якоря и восклицательный знак. Соответственно, далее идет текст файла, который мы хотим загрузить. Следующий атрибут — это атрибут onClick. Атрибут onClick нам нужен для того, чтобы определить, какая Java функция, какая JS функция отработает у нас при клике на данную ссылку. А при клике на данную ссылку у нас отработает функция loadHTML-файл. И параметром передаем this, то есть данный элемент. Данной функции у нас нет, мы ее разработаем в JS-файле. Но пока мы ее запишем именно так. И соответственно, как текстовка, по которой мы будем кликать, будет носить имя заголовки. Сохраняемся, переходим в браузер, обновляем страницу. Вот появились у нас заголовки, если мы на них нажмем, вот обратите внимание, наш браузер попытался перейти к данному якорю. Страница у нас не перезагружалась, так как это работа с якорями, это работа внутри текущей страницы. Если бы у нас на странице где-то располагался бы якорь, то соответственно у нас страничка бы к этому якорю подтянулась бы. Для этого собственно они и используются. Но когда появилась технология AJAX, якори стали использовать и для подгрузки какого-то контента. В данном случае мы задаем команду подгрузить нам контент, содержимое файла headers.html. Итак, нам теперь нужен файл headers.html. Переходим в папку files. Вот наша папочка с проектом HTML CSS, и здесь у нас есть папочка files. В ней создаем файл headers.html. Открываем его в блокноте для редактирования и записываем следующие строки. Тег h1, далее текстовка, заголовок h1 и закрываем тег h1. Все, пока этого достаточно. Далее открываем для редактирования файл main.js, который находится у нас в JS. Возвращаемся в index.html и давайте посмотрим, вспомним, как у нас выглядит наш сайт. Вот у нас центральный блок, соответственно, в центральный блок нам нужно выводить данные из загружаемого файла, из headers.html. Как это сделать? Делать мы это будем в JS, переходим в main.js и добавляем следующий код. Функция loadCenterBlock, загрузить центральный блок. Параметром мы передаем filename, имя файла. И далее с помощью jQuery функции мы обращаемся к блоку с идентификатором centerBlock с помощью вот такого вот выражения $, скобочки открыли, в скобочках
в одинарных кавычках или в двойных кавычках, записываем то, что мы обращаемся к блоку, записываем блок точно так же, как и в стилях, решетка, центр блок. Далее ставим точка, то есть мы у данного блока, у данного объекта вызываем метод load, загружаем, да, то есть мы вызываем метод загрузки данных из файла. И, соответственно, далее в скобочках мы указываем параметры. Параметрами мы указываем в первую очередь файл, какой мы будем загружать. Здесь мы указываем путь. Точка и решетка означает то, что из текущего каталога мы смотрим в папку files. Это у нас как бы текстовая константа, да, и прибавляем значение имени файла, которое к нам сюда пришло. И получаем, соответственно, путь к данному файлу, который мы хотим загрузить. Вторым параметром в данную функцию, функцию load, мы передаем, создаем функцию обработки результатов нашей операции. То есть, если у нас произошла ошибка, если статус выполнения функции помещается в переменную статус здесь. Если переменная статус равна error, то мы инициализируем переменную ошибки, msg ошибка при загрузке файла. И, соответственно, в центральный блок, вот он, в его HTML-код, то есть с помощью метода HTML, мы загружаем вот эту вот текстовку с подробностями ошибки. То есть, когда мы используем метод HTML, то, соответственно, вот здесь весь HTML-код, весь вообще текст, который находится вот в данном блоке, он удалится и заменится на то, что мы вот здесь вот напишем. Итак, сохраняемся. Проверять мы пока не можем, так как у нас это не доработано. И мы пишем функции далее. Напишем функцию, которая будет отрабатывать после того, как документ у нас загрузился в браузер. Записывается это следующим образом. Мы получаем объект документ, который загрузился, да, и смотрим, добавляем событие ready. То есть, когда он загрузится, происходит событие ready, то что документ готов, он загрузился. И, соответственно, после этого выполняется тот блок кода, который мы помещаем здесь вот в скобочках. А помещаем мы сюда функцию, которая будет иметь следующий код. Мы с помощью на строке 18 мы инициализируем переменную filename. Здесь у нас будет имя файла, которое мы хотим подгрузить. Далее мы смотрим, что у нас находится вот здесь вот в заголовке, в URL. Мы берем текстовку из этого заголовка location.href. Таким образом мы получаем текстовку. И, соответственно, мы, обращаясь к этой текстовке, выполняем функцию replace, метод replace. С помощью вот такого выражения мы заменяем все, что идет до решетки и восклицательный знак, включая решетку и восклицательный знак, заменяем на пустую строку. То есть мы из этого адреса удаляем вот эту вот часть. Вот эту часть мы удаляем, и, соответственно, мы получаем headers HTML, то есть то, что у нас идет после этого. Либо получаем ничего. Соответственно, если у нас решетка и восклицательный знак не пришли, если их в заголовке нет, то location href, какой у нас был, такой у нас и остался. То есть весь location href у нас помещается в filename. Они становятся равными друг другу. Далее в строке 19 мы проверяем, если имя файла не равно у нас location href, то есть если все-таки что-то пришло и у нас это попало в filename, то мы выполняем load central block функцию, в которой передаем получившееся наше имя файла. И, соответственно, данный файл подгружается, и в центральный блок он у нас успешно вставляется. Либо неуспешно, если такого файл не найден. Это у нас произойдет после того, как документ загрузится. Теперь опишем функцию, которая у нас вот здесь вот обозначена на onClick, load.html файл, которая у нас отработает после того, как мы нажмем на ссылочку заголовки. Переходим в main.js, вставляем функцию. Функция load.html файл. И передаем параметром, здесь у нас идет объект. То есть вот в данном случае у нас параметром идет вот этот вот тег A, чтобы мы к нему могли обратиться.
Итак, инициализируем переменную filename, дабы получить имя этого файла. И мы берем от данного объекта его атрибут href. То есть от данного объекта, вот он атрибут href, мы его берем вот это вот значение. Соответственно, нам точно так же, как и в предыдущем случае, нужно избавиться вот от этих двух знаков. Избавляемся мы точно так же, вызываем метод replace и вырезаем все, что пришло до этих двух знаков вместе с этими знаками. То есть не вырезаем, а заменяем их на пустую строку. И остается у нас чистое имя файла. Headers HTML. Соответственно, имя файла, если мы его получили, если оно у нас есть, то мы попадаем load central block функцию и передаем имя данного файла. И данный файл в этой функции уже подгружается и выводится у нас на страничку. Сохраняемся. Итак, для того, чтобы это работало, что нам требуется сделать? Перейти в index.html и, соответственно, загрузить данные JS файлы. В первую очередь загрузить это jQuery файл. Так, где это они у нас? Вот они. Библиотеку jQuery загрузить и с последующим командой загрузить main.js. Давайте это проделаем. Сразу после подключения CSS мы подключаем вот с помощью таких вот тегов подключаем наши библиотеки. Тег script. Атрибут type, это мы говорим о том, что это у нас JavaScript. И source, где у нас располагается данный файл. Папка JS и имя нашего файла. В данном случае у меня это jQuery, нижнее подчеркивание, 183.js. У вас это может быть другое значение, поэтому проверьте, чтобы было написание верным. Далее скрипт закрываем. Далее подключаем наш main.js. Точно так же. И точно так же закрываем тег скрипт. Подключили, да? Теперь давайте проверим, все ли у нас есть. В библиотеке две есть. Переходим в files, headers, проверяем, что правильное написание было. Headers HTML тоже есть. Все у нас подключено. И давайте теперь все сохраним. Чтобы каждый файл был сохранен, тоже убедитесь. Переходим в браузер, обновляем страницу. Вот, смотрите, у нас отработала сразу функция, которая у нас работает при загрузке страницы. Где она? Вот она. Так как мы тут изначально уже были на headers HTML, соответственно, данная функция отработала и загрузила данный файл. Если мы нажмем на главную страничку, у нас приходит перезагрузка страницы, и мы получаем то, что мы имеем в нашем индекс HTML. Вот этот код мы весь получаем. Если же мы кликаем по ссылочке заголовки, кликаем, у нас отрабатывает наша JS функция и подгружается данный файл. Давайте с помощью Firebug посмотрим, как это все работает. Откроем Firebug. Так, переходим на сценарий. Выбираем здесь main.js. Если у вас сценарий не активный, то, соответственно, нужно будет панель включена нажать. Выбираем main.js. И вот мы видим нашу JS-функцию. Смотрите, тоже мы видим крокозябы, потому что файл у нас создался не в UTF-8. Если мы UTF-8 его сделаем, соответственно, здесь будет уже нормальная кириллица. Давайте это исправим. Переходим в main.js, переходим в encoding, ставим convert UTF-8 без bomb, сохраняемся. Переходим сюда, обновляем страницу. Вот, появилась кириллица. Хорошо. Итак, каким образом проследить, как у нас все это работает? Давайте сначала проследим, как у нас работает функция, которая отрабатывает при клике на данную ссылку. Что нам для этого требуется? Вот наша функция load.html файл. И вот здесь мы ставим точку остановки. Далее мы попадем в функцию load center block. На всякий случай, чтобы этот момент тоже не упустить, мы идем load center block и тоже ставим здесь вот точку остановки. Соответственно, когда у нас это отработает, мы попадем вот сюда. Давайте нажмем на заголовки. Вот, мы попадаем
попали здесь, смотрите, у нас остановилось. Мы можем посмотреть значение file name. На текущий момент вот эта строка еще не выполнилась. И file name у нас undefined. Нажимаем F10. Нажимаем F10. И перешли к следующему шагу. Соответственно, вот эта у нас строка выполнилась. Мы получили название файла, headers, HTML. И так как у нас название файла есть, мы попадаем в данный блок кода на строку 30. Если бы оно у нас не пришло, мы бы сюда бы не попали. И попадем в функцию loadCenterBlock и передадим ей headers HTML. Нажимаем F10. Вот попали мы в данную функцию. Здесь мы производим загрузку файла, выполняем load. И получаем вот такую вот текстовочку, да? Идем в папку files и берем файл headers HTML. Нажимаем F10. Вот у нас это выполнилось. Мы сюда не попали, так как у нас ошибки нет. Убираем точки остановки. Нажимаем F10. Еще раз F10. Или вот эту вот кнопочку можно нажать. Продолжить F8. Да? Еще раз нажали. Вот, соответственно, у нас загрузилось. А теперь давайте посмотрим, каким образом у нас выглядела бы ошибка, если бы мы задали неверное название файла. Переходим в наш проект, открываем index.html и создаем еще один блок li, в котором мы указываем ссылочку, но с несуществующим файлом headers2.html. У нас этот файл не существует, соответственно, у нас должна будет произойти ошибка, когда мы сюда кликнем. Сохраняемся, переходим в браузер, обновляем страницу. Вот у нас появилась в нашем меню ошибочка. И если мы сюда кликнем, у нас, соответственно, текст ошибки должен будет вывестись в центральный столбец. Кликаем. И вот, пожалуйста, вывелась ошибочка. Если мы произведем все то же самое, предположим, в Chrome, текст ошибки будет несколько иной. Вот таким вот образом для каждого урока мы будем создавать файлы, отдельные блоки в папке Files. И будем их подтягивать с помощью вот такого вот меню. Итак, домашнее задание. Домашнее задание в первую очередь это прочитать о тех тегах, которые мы изучили, о тех идентификаторах, что такое стили. Прочитать это уже самостоятельно в интернете. Очень рекомендую вам сайт htmlbook.ru. Здесь очень хорошо все написано о каждом теге, соответственно, в поиске вы можете искать те теги, которые мы изучали, даже если вам понятно все было, тем не менее, вы все равно еще раз прочтите, это лучше закрепит у вас в памяти. И в первую очередь, да, прочтите по всем тегам. И попробуйте разобраться, хотя это не обязательно, разобраться с main.js. Если у вас есть желание, разберитесь, если желания нету, если вы JS не знаете, и если у вас все получилось так же, как в этом видео, то можно с этим не разбираться, так как это как бы не касается нашей основной задачи. Это как бы второстепенное. Вот мы сделали движок, все, он у нас есть, и можно в него не лезть. Но если вам и у вас есть любознательность, почитайте, посмотрите, поймите, как это все работает. На этом видеоурок закончен. С вами был Дмитрий Афанасьев. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем видеоуроке. Пока!